Привет, друзья! Рад вас приветствовать на своем канале, как подписчиков, так и новых зрителей на моем канале. Сегодня в обзоре будет новый проект. Это не рекомендация по инвестированию, а просто я делаю обзор, а вы уже сами принимаете решение, инвестировать вам сюда или нет. Проект новый, сейчас будет пресейл. Данный проект называется IdealWiz. Это революционная криптовалютная монета, основанная на алгоритмах Proof of Work и Proof of Stake для обеспечения максимальной безопасности сети. Как нас уверяют разработчики, это необычная криптовалюта, созданная для работы с сообществом, что делает IdealWiz более прибыльным по сравнению с другими криптопроектами. Прибыль здесь накапливается двумя способами. Во-первых, это увеличение стоимости самого курса IdealWiz и 39% доли прибыли через несколько проектов, которыми занимается IdealWiz и благодаря которым IdealWiz получает постоянную прибыль. Одним из замечательных проектов, которые увеличивают прибыль и укрепляют сообщество IdealWiz, является создание майнинг ферм. А также 39% прибыли, получаемой фермы, получают в сообщество данного проекта. Этот процесс по замыслу разработчиков будет увеличивать прибыль, а также будет увеличиваться стоимость данного токена. А для чего будет еще также разрабатываться эта майнинг-ферма? Майнинг-ферма основана для покрытия текущих расходов, таких как электричество, аренда, расходы на персонал, серверы и многое другое. И получаемая прибыль делится между инвесторами. Также у данной компании будет выпущено свое приложение, его уже можно скачать на Google Play, также можно скачать на iPhone, также на Android. Приложение IdealWiz, это приложение позволяет обычным людям присоединяться к миру криптовалют и легко использовать свои криптовалюты. Данное приложение будет использовать как токен IdealWiz, также будет использовать еще биткоин и эфир. Ну и также будет еще в дальнейшем будет разрабатываться, обновляться данное приложение и уже будет сотрудничать с другими еще блокчейнами, что позволит также укрепить сообщество и его расширить. Давайте рассмотрим сайт, видим, что у нас сразу встречает надпись. То, что у них начинается пресейл через 9 часов 18 минут, также можно записаться. Нажимайте вот кнопочку сюда на запись, это логин и также регистрация. Здесь пишем никнейм, также почту. И нажимаем кнопочку зарегистрироваться. Опускаемся ниже, социальные сети, обязательно подписываемся, кого заинтересует данный проект. Видим Telegram группу, также подписываемся, есть Twitter, но там подписчиков совсем мало, там пока информации особой нету. IdealWiz, также есть белая бумага на 19 листов, в принципе она неплохо составлена, что также можно отметить. 100% справедливости данного распределения, да, посмотрите, здесь распределение было глобальное расширение 45%, распределение прибыли между держателями 39%, также благотворительность, что очень хорошо, как по мне, что таким занимается данная компания. И 5% это команда. В принципе, такие проценты это нормально, когда команда себе забирает. И 39% распределение, как это все делится. Цена на преселе будет 2 цента. И после того, как распродадут монеты какие-то, потом, возможно, будет сжигание, уже будут листинги на биржах. Пока информации по поводу, каких бирж у меня нету, на каких будут листинги. Что это у нас? DeFi, мгновенная операция, защищает личность, да, зашифрованность, низкие комиссии. Но не знаю, как это у нас все будет происходить с низкими комиссиями, потому что сейчас цены на эфир довольно-таки высокие, и я сомневаюсь по поводу низких комиссий. Видим дорожная карта, она у нас довольно-таки маленькая, листинг на бирже после ICO, также приложение IdealWiz, хотя оно уже есть, но скорее всего будет какое-то обновление. Команда. Что по поводу команды? Команда у нас публичная, к сожалению, мы проверить команду не можем, чтобы там, да, LinkedIn бы полистать каждого из участников. В основном что-то мне напоминает, что это не немцы, а более турки. Это скорее всего какой-то итальянец Андре Росси, Эрхен Хатир, но в основном здесь турецкая команда, смотря на их имена и фамилии. И здесь часто задаваем вопросы. Вот все так кратко. Также есть листинги на Crypto Team и ISO Holder. Давайте отправляемся туда. Смотрим у нас Crypto Team. Извиняюсь, надеюсь, я правильно это все произнес. Здесь у нас местоположение данного проекта, где он находится. Дорожная карта расписана здесь. Рейтинг, в принципе, неплохой. Семерочка такая стоит. И, в принципе, получается, сам сайт также сделал аналитику данного проекта по всем его показателям и поставил ему такой хороший балл. Далее отправляемся на второй листинг, ISO Holder. Здесь у нас четверочка и по сайту это положительный отзыв. Также здесь расписана вся информация по поводу данного проекта. Всего будет у нас монет 14 миллионов, а на ICO будет выделено 4 миллиона данных токенов. Ссылки будут в описании, переходите, ознакомьтесь, ставьте уведомления, чтобы не пропускать следующие ролики. Также ставьте лайки, дизлайки по данным видео, пишите комментарии. На этом у меня все, всем пока, всем, конечно же, профита.